Всем привет! Наконец-то я добралась до своих цветов. У меня остались еще два вот таких вот гибискуса. С вами мы уже сажали где-то месяца 2-3, наверное, назад. Я посмотрела, как они себя чувствуют. И решила наконец-то посадить. Добралась. Вот. Выбрала два горшочка. Для большого большой горшочек и для маленького маленький горшочек. Ставим. Вот так вот для гибискуса, конечно же, нужен грунт роза. У меня там еще один мешочек есть. Вот он, розочка. И наконец-то я их посажу. Керамзит, смотрите, какой-то совершенно разный, природный, что ли. Наверное, покупаясь за деньги, конечно, вот такое обидно иногда видеть. Да, для маленьких горшочков, может быть, нормальным будет. И выравнивать. Вот такие, смотрите, у нас получились два цветочка. Здесь еще я поставлю палочку, его, чтобы немножко выгнуть, чтобы он вверх рос. Здесь посмотрим, тоже, может быть, вот так палочку видно будет. Но, наконец-то, я доползла. Большое спасибо, что вы посмотрели меня. Ставьте обязательно лайки, подписывайтесь внизу, жмите на колокольчик, пишите комментарии. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!